О том, каково значение Самарского экономического университета, говорит уже тот факт, что больше половины глав муниципалитетов региона – его выпускники. А всего за годы учебной и научной деятельности Куйбышевский плановый, теперь СГУ, подготовил десятки тысяч специалистов, причем многие из них сами стали кандидатами и докторами наук. Университету 85 лет, и все эти годы он в тренде экономического образования страны. Мы видим себя в образовательном пространстве мира как инновационный предпринимательский университет с очень крепкими связями с работодателями, с практикоориентированным образованием и чуть-чуть, как всегда было, на шаг опережающим время. В сентябре 1931 года было принято решение о создании в Куйбышеве планового института, а уже через два месяца первые студенты пришли на учебу. Сегодня прославленный университет собирает урожай правительственных наград. От имени главы региона их вручил первый вице-губернатор Александр Нефедов. Заведующий кафедрой, профессор, доктор наук Виктория Болгова теперь заслуженный работник высшего образования Самарской области. Говорит, что университет для нее как второй дом. Горжусь им не просто потому, что я много лет провела здесь и что это мое место работы, а горжусь тем, потому что я знаю, что это одно из самых современных и перспективных учебных заведений не только нашей области, но и страны. Вручены также награды Министерства образования, Губернской думы и городской администрации. Приветственный адрес главы города передал первый зам Владимир Сластенин. Он вручил также подарок – сувенирный набор гравюр с видами города. Сюжеты города Самары. Мы сейчас стремимся преобразить облик Самары. И к чемпионату мира мы реставрируем дома. Хотим, чтобы все дома и Самара была красивой, как здесь. Сегодня Самарский государственный экономический университет вышел далеко за рамки не только региона, но и страны. А это значит, что Самарская научная школа гуманитарного образования еще долго будет оставаться одной из самых престижных в России. Олег Зверев, Григорий Пешаков, «События».